Привет! Добро пожаловать на канал «Вкусно готовим». Мой канал о вкусных и простых рецептах. Здесь вы найдете разную выпечку, мясные и рыбные блюда, закуски, салаты и многое другое. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем буду очень рада! Ссылочка в описании. Всем привет, друзья! Ну, как мы сегодня и планировали, все-таки решили мы переделать немного прачку, обшить вот этот страх гипсокартоном. Это не плесень, ничего, не думайте, это уже такие доски почернели, или как их называют, посинели, под дождем, в общем, попались. Когда еще их привезли совсем новые, они попали под дождь. И привет, Надюша. Мы не успели, в общем, их сразу занести, и они посинели. Сейчас высохло все нормально. Видите, какие щели. Рассохлось как сильно. Хоть пенили, но уже все равно разошлось все. Так, машинка пошла на взлет. О чем я говорила. В общем, папа у нас занялся прачкой. Обшивает. Вот сейчас маяки делает. Убрали мы еще сушильную пока машину, чтобы... Ну и вообще часть сюда перенесли, чтобы ничего не мешало. Видите, как трясется. Она... как сказать, отбалансировано, все нормально. И приехала доставка, привезла гипсокартон. Тут должно быть 6 листов. Да, 6 листов. Должно, по идее, хватить нам только вот здесь хотя бы обшить. В общем, все будем наблюдать, как сейчас Саша будет делать. Оставайтесь с нами. Привет. Всем привет. Мы включили видео про планеты. Ваня интересуется, как движется планета Земля. И вообще другие планеты, как Солнце, в общем, все взаимодействует друг с другом. Да, Ванюш? Лето, осень, снова зима. Будем смотреть. Семочка вредничает, я с ним. А что, мешает? Да. Что, лабиринты для вас тут? Да. Аккуратно, вещи не то, конечно, тащите. Прячемся. Угу. Саня. Домики я тоже люблю. Мама, есть? Лабиринты. Сейчас я приеду теперь. Тихонечко. В общем, сейчас разобрали трубу, которая подходила к стиральным машинам. Саша заткнул пробкой, потому что надо будет всю систему переделать в другую сторону. Да, вот как раз в эту сторону нужно будет все переделать. Что-то внизу там уже подшил. Еще брусок приехал к нам. Иди только аккуратно там. Искать. Что вы говорите? Искать нас будешь ты. Да. Мама. Мы прячемся, а ты ищи. Мама, все, ищи. В прятки со мной играют. Привет. Тихонько, аккуратно. Там, мам, едет такие. Косточки пощелкать? Да. От компотика осталось. Это мама сегодня наела. А те, кто щелкать буду это? Щелкать ребятишкам самое вкусненькое я внутри. Буду сам щелкать. Читаю ваши комментарии, пока тут хожу. Я сам буду щелкать. Надо же еще в каждый вопрос вникнуть. Что да как. Поделай-ка, сыночку, челка мне сегодня мучает. Мам, просто. Дай. Так что пока буду так ходить. Взяла такую штучку, мы щелкаем эти орешки ей. Да, Сань? Дай. Сам будешь? Да. Давай пробуем. Так, обещанный обзор вместе с мамой халатика.
Вот, посмотрите, полюбуйтесь. Мы что-то тоже будем заказывать. Просили. Там кармашки, да, по-моему, с боков есть. Ну, ну и как? Хорошо. Нормально тебе, да? Только сзади немножко. Вообще шикарно. Мягкий такой, пушистый. Ниточка какая-то привязалась. Ну, классно. Ой-ой-ой. Ты смотри аккуратненько. Бабушка принесла им тут малину. И тут наворачивать сидят уже вторую ванночку. Одну уже съели. Вкусно, да? Угу. Все, сейчас посидели, чаек попили с ней, покушали. Домой пошла. Тоже вечереет он. Пойдемте посмотрим, что там Саша сделал. Ой. Сейчас что-то поехал в магазин, видимо, может быть, розетки купить. В общем, вот так это все теперь выглядит. Смотрите, какая красота. Это пап? Мама, да. Вообще? Нет, еще, видимо, надо вставить сюда пару розеточек. Папа. О, часа два, наверное, или три возился, все зашил вместе с маяками. Потом замажется все. Со временем. Не знаю, что тут будем красить потом или что. Или панелями какими-нибудь, может быть, дешевыми все прикрыть. Видно будет. В общем, пока все будет на таком этапе оставаться. Может быть, машинка не будет сюда выпрыгивать больше. Теперь будет в углу там стоять. Посмотрим, как себя будет вести. Сейчас пока ее не загружаю. Пока Саша здесь делает. Доделает, потом все сделаем. Здесь у нас полочка будет под порошки. Под химию, что-то повыше там от детей убрать. Вот, всякие моющие средства, что там, допустим, отбеливатель какие-то, пятновыводители. Ваниш для цветного, я теперь уже запомнила. В комментариях много говорили, что пятна отстирать. Ну вот карандаш от Фаберлик нам, к сожалению, не помог. Тоже там писали про карандаш. Нет, нам не помогло почему-то. Не наш случай, видать, просто. Когда у кого-то нормально, а вот нам что-то не помогло. Ну ладно. Вот эта полочка осталась. Теперь можно ее потом, в принципе, выкрасить летом. Или хорошо отмыть ее. Так-то она под дерево красиво смотрелась. Вот, в общем, такие у нас дела. Детки ушли на вторую тренировку у нас. Вкусно вам? Да. Бабушка у нас морозит малину обычно. Потом приносит внукам. В общем, розеточки, выключатели и еще. Как они называются вот эти? Коробки. Коробки. Лампочки. Привез. Благо, хоть у нас тут все в поселке есть. Рядышком. Так, я сейчас буду там полочку протирать. Ну, в принципе, чисто ее просто надо протереть. Тряпочку намочу. Ступенька мне сейчас пригодится. Да, Алис? Пойдем. Доча, пойдем. Выходим. Саша еще дополнительно один патрон сюда прикрутил. Света теперь побольше стало. Так, я хотела протереть полочку. Но тут пришел Семен. Да, Семен? И забрался к маме на ручки. В общем, не дает ничего делать. Все, хожу теперь с ним. Животик у тебя болит, да? Так, в общем, постельная пока переехала у нас наверх. Освободим вот этот шкафчик, чтобы мальчишкам сложить вещи. Мы же их полочку забрали. А потом, когда всю систему оборудуем, все сюда у нас пойдет. Ты что плачешь? Ты что это плачешь? А? Устала, да? Набегалась? Санька носится тут. Заправили машинки. Разложила немного здесь. Ну, тут тоже нужно вот эту систему всю хранения покупать. Корзинки всякие. Емкости, чтобы порошок пересыпать. Думаю, пластиковую коробочку купить с этой, с крышкой. Вот, я видела такие, чтобы вот это вот убрать. Дальше, полочка, которая висела здесь, переехала вот сюда. Под хозчасть. И вот сейчас Саша оборудует систему хранения наших швабр всяких. Веников, метелок, щеток. В общем, все, чтобы не мешалось. Потому что если просто так ее поставить, у нее загибаются ворсинки. И немного Сашиного тут, чтобы, ну, в доме где-то был уголок для этого, то у нас еще не было. На полу вообще тут все стояло. Вот, останется нам вот здесь вот все подшить, но не хватило гипсокартона в следующий раз.
пока здесь пускай все висит. Ну и пылесос, наверное, где-то здесь будет. Если мы потом купим этот пылесос беспроводной, то я думаю, может быть, где-то здесь его аккумулятор сделать, да? Возможно это будет? Здесь у тебя электрика есть, где вывести, чтобы опустить так? Оу! А, ну у нас пока вот здесь, но здесь как его подвесишь-то? Будет мешаться. У нас пока вот такой старенький. Почитала ваши комментарии по поводу пылесоса, что вроде говорят, надо и такой иметь пылесос, и беспроводной. Кто-то говорит, что и робот-пылесос тоже нормально, который по дому катается. Я в общем, думаю, венчик нормально. И венчик нормально, и щеточка нормально. В общем, все должно быть, да, в доме? Будем смотреть. Ну, я пока что за вот эту швабру. Пока все вроде бы рекомендуют. Dawson называется, или как-то что-то такое. Или Xiaomi фирма. Потом Тефалевская есть еще фирма. В общем, надо. Это уже на месте будем смотреть. Папа, не все? Ну, почти все уже. Сейчас тут саморез накрутит. Только это надо убрать. Да, конечно, все уберет. Сейчас, подожди. А это тазик. Ага, и беговая дорожка у нас встала. Здесь возле розеточки можно будет заниматься. Она вот так будет раскладываться. Вот. Так, морозилку мы сегодня так и не донесли, пока обшивали. Тут некогда было, тоже в другой раз. Не все сразу. Так, Семен меня особо не отпускает никуда. Но внимание требует мамина, да? Ты внимание требуешь мамина? Ну, что там фу? Опять диван весь развернул. Надо на Алиэкспресс чехол посмотреть тянущийся. Все хочу купить. А то я устала с этим покрывалом уже. Они там все время, ну как, посидят, все съезжают оттуда. Так, Миша пошел с Славиком за молоком. Лиза занималась тут, достала дорожку эту. Каримат, во, вспомнила слово. Каримат, что мы? Что-то Алиса уже устала, 7:30. Пить хочешь? Да? Ну вот, друзья, повесили еще ванночку, в которую купаем Семена. Эту ванну еще, по-моему, покупали Ванюшке. Вот. Саша прикрепил стиральную машинку на двусторонний скотч. Вот эти вот лапки резиновые. И вот эти подложечки, вот эти вот резиновые, видите. И сказал, что она больше не будет уезжать. Ну и плюс еще тут же теперь стена. Когда по-другому-то стояла, она сюда все время выезжала у нас. Теперь-то и некуда будет. Так что все должно быть нормально. Сушилка сушит сейчас. Вот. Салфеточки еще влажные сюда принесла. Ванна еще во втором туалете. Вот. И там еще у Семена. Саша купил сразу 4 упаковки. Я их разнесла по дому. В общем, здесь мало ли тоже пригодится. Так, ну и что мы еще сюда планируем? Саша хочет зашить вот эту стену. Я говорю, если ты все здесь зашьешь, конечно, сильно скрадется стена. Он хочет прям вот эту всю систему всю спрятать. Это понятно, потому что здесь ребятишки. Алиса пытается все время тут теплые полы поднастроить. Здесь такие вот штучки, которые, ну, регулировать, да? Не температура, а поток, по-моему. Они тут, не дай бог, могут вот это все понадкрывать или закрыть наоборот. И вот как-то это все нужно спрятать. В принципе, как бы здесь есть место, чтобы как-то скрыть. Ну, скрадется, конечно, сильно помещение. Будет уже не такое большое смотреться. Но Саша говорит, это нужно обязательно сделать, нужно обезопасить. Вот, и сюда, скорее всего, встанет потом морозилка. Беговая дорожка у нас здесь остается заниматься. Пока второй этаж не сделаем, потом видно будет. Ее под лестницу, скорее всего, на первом туда поставим. Тут тоже Надюша сейчас все поубирала мне. Я тоже вместе с ней тут, пока Семен дает, что-то делаешь. Ну вот, крышку я уже говорила, что отломали. Надо посмотреть в Леруа, может быть, их отдельно продают. Вот, короче, сейчас будет стирать всю ночь тут, без отдыха. Все, что не успеем, завтра сделаем. Ладно, все. Здесь можно свет выключить. Тут тоже, что у нас, свет горит. Выключить. Тут что-то тоже свет горит.
Ребятишки иногда забывают. Так, у нас тут сейчас вечернее чайпитие, да, Саня? Ну, кто чай пьет, кто рис попросил. Ванюшка ест рис, котлету не хочет. Саня, тише. Супчик тоже не стал кушать. Все, ложимся спать сейчас. Завтра на соревнования ребятишки едут. Вы втроем едете, Миш? Да. Трое, да? Получается, Миша, Надя и Дима. Вы едете куда? В Иркутске будет. Так, а в понедельник они уезжают в Читу. На 5 дней, по-моему, да? На 5 дней в Читу уезжаете? На сколько дней, скажи? 6-го приедут. Саня, Саня, мы не балуемся едой. Нет, не надо баловаться. Вань, не будешь так делать, пузыри. Так что все, друзья, до завтра уже. Укладываемся спать. Папа у нас уже спит, устал. Я пойду монтировать этот влог. Всем удачи. И пока-пока-пока-пока. Пока-пока всем. До завтра.